Начинаем рассказывать. Мальчик отдал палку. Давай с утра, мы рассказываем весь день. Что Витя делал утром? Я? Сегодня утром. Чистил зубы. Чистил зубы. И дальше? Я не знаю, я не видела. Во что ты там? В парк ходил. В парк ходил. А Вася где был? Мы Васю сначала куда отвезли? В школу. А зачем Вася пошел в школу? Там же она... Уборка. Уборка у Васи была, субботник, правильно? Листик убрает. Листик, ой, молодец. А мы с тобой пошли в парк. Так, и что же там было? Что же там случилось в парке у нас? Мальчик дал палку. Скажи, я дал мальчику палку. Я дал мальчику палку. Полицейскую палку дал. Полицейскую палку. Вот, а мальчик тебе дал? Пистолет. И ты катался на велосипеде с пистолетом? Да. А потом что было? А мальчик... Отодвиньте подальше, пожалуйста, немножко. Так, что мальчик? А потом мальчик бежал. Потом... За велосипедом за твоим? Да. И что же? И пистолет не дал. Кто не дал? Мальчик. Мальчик? Так пистолет у тебя был, что ты обманываешь? Пистолет был у тебя. А мальчик бежал, и что говорил? Постойте! Он просил отдать... Пистолет. А ты что делал? А я катал велосипед. И смеялся. Смеялся? Да. А мальчик стал... Плакать, потому что Витя не останавливался, и ты не хотел отдавать ему его пистолет. Так дело было? Да. Это было хорошо или плохо? Плохо. Почему же ты так делал? Я поехал гонку. Тебе стыдно? Да. И что мама сделала? А мама просила. Что я сделала? Мам, мне это понравилось? Нет. Нет. И что, мы с тобой еще гуляли или нет? Нет. А пистолет мы мальчику отдали? Да. И ушли домой? Да. Да. Было очень неприятно. Просто очень. И пирог сломал. Что? Веревка сломана. Что сломано? Веревку? Веревку я починила у палки уже. Только она не сломана, она развязалась. А я ее завязала. Потому что велосипед напопал палку на колесо велосипеда, а потом не могу достать. Ты достал палку из колеса. И я веревку привязала обратно. Я посмотрю, палка все в порядке. Правильно, с палкой все в порядке. Хорошо. А что же мы с тобой делали дома? Вот тут, что мы тут с тобой делали? Тут? Да, что мы с тобой делали? Тут я... Что ты принес? Пазлы. Пазлы. Какие пазлы ты принес? Пеппа. Свинка Пеппа. Свинка Пеппа. Сколько ты пазлов собрал? Я считаю, сколько. Посчитай, сколько. 1, 2, 3. 3 пазла ты собрал. И дальше пазл большой. И большой пазл собрал? Я не знаю, считаю 1, 2. Непонятно мне. 2. А еще мы с тобой книжку читали. Про кого мы читали? Колобок. И... Не надо так делать. А еще что читали? Про горшок. Про, да, горшок-теремок. Глиняный горшок-теремок. Правильно, хорошо. А потом? Потом. Куда мы поехали с тобой с Васей? Куда мы сейчас ездим? Уборка. Нет, уборка днем была. А сейчас вечер. Мы потом покушали. Ты кушал сегодня что на ужин? Мама пожарила тебе что? То мясо! Мясо ты кушал. Это. А после ужина мы поехали и повезли Васю куда? Куда мы Васю повезли? В школу! Нет, не в школу. Куда Вася сейчас ездил? На плавание! На плавание. Пока Вася был на плавании, мы с тобой ездили за папой. Только ты этого не помнишь, потому что ты в машине. Что делал? Я тут сидел машина. И что ты делал в машине? А потом уставал. И заснул. Да? А потом
Заснул и все проспал. И проснулся уже дома. А потом устал. А ты очень устал. И вот самое интересное. А потом кто же тебя на третий этаж на ручках нес? Кто тебя на ручках нес на третий этаж? Стыдно, да? Папа с работы устал, а Витя влез на руки и говорил вот таким голосом: «Я устал». Немножко стыдно? Да. Нехорошо так делать, Витя? Нет. А мне кажется, не очень хорошо. Давай мы теперь с тобой пообещаем. Во-первых, ты не будешь больше мальчиков в парке обижать. Не буду обижать. И вещи надо, которые тебе поиграть дали, возвращать мальчикам, да? Да. Мальчик же тебе палку сразу отдал, когда ты попросил. Да. Да, ты ему не отдал пистолет, очень некрасиво было. И папу не надо заставлять таскать на ручках такого большого мальчика, как ты, да? Да. Да. Не буду обижать.